Нет повода для грусти, ребята. Херы вы уткнулись за эти электроны. Ура! 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 Меня иногда спрашивают, как тебе удается жить без забот, постоянно путешествовать. Да у меня также есть заботы и сложности. Многие люди ошибочно полагают, что вот сейчас решат проблему, не знаю, закроют кредит, соберут ребенка в школу, закончат ремонт. И вот тогда жизнь наладится, и они начнут жить. Но проблемы и заботы будут всегда, ребят. От простых до каких-то серьезных. Однако спустя время вы не вспомните о том, как год назад вы купили там дорогую шмотку, или выполнили план на работе, или предоставили услугу клиенту. Зато вы точно вспомните о своем путешествии, приключениях, эмоциях. Это и есть жизнь. Не откладывайте жизнь на потом. Живите здесь и сейчас. Копите эмоции, а не вещи. И что самое важное, разделяйте эти эмоции с близкими и друзьями.